Я хочу поздравить всех нас с принятием сегодня в целом закона о Государственном бюро расследований. Этот закон полностью и коренным образом меняет систему работы прокуратуры и в целом систему органов правопорядка. Наконец-то, через 19 лет после принятия Конституции Украины, выполняются ее требования о разделении полномочий Генеральной прокуратуры в отношении досудебного следствия и в отношении надзором за проведением следствия. Благодаря закону о Государственном бюро расследований, теперь Кабинет министров объявит открытый конкурс на главу данного бюро, в результате которого будут прозрачно и открыто формироваться орган власти, который будет надзирать за расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками высшей категории. Разница Государственного бюро расследований с Национальным антикоррупционным бюро состоит в том, что Государственное бюро расследований будет заниматься злоупотреблениями властью, нарушениями законов граждан, но не касаться вопросов борьбы с коррупцией, которым будет заниматься Национальное антикоррупционное бюро. Этот закон приведет к тому, что Генеральная прокуратура не сможет теперь, как раньше, злоупотреблять своими правами в отношении как проведения расследования, так и проведения досудебного следствия надзором за ним. Это важнейший закон, благодаря которому мы наведем порядок в целом правоохранительной системе государства. Призываю народ Украины и средства массовой Украины внимательно наблюдать за тем, как этот закон будет подписан президентом, как он будет исполняться и как будут подбираться кадры на важнейшие посты в данном важном государственном органе. Спасибо за внимание.